Он вернет тебя в кошелке. Чтобы делать ему игры, сосуд задницу. Он бы хотел бы, чтобы он принял диарею в его ухе. Он бы хотел все понившую жопу, битого с конца и залить его пивом. Он самый злой геймер, который когда-либо слышали. Он злой, Нинтендонет. Он злой, Atari Sega Net. Он злой, вот они видеоигр. Еще одна ночь, здесь было игры. Вот и все, что я делаю, играть в игры. Ну, у меня так много игр, что я там буду играть до рассвета. Сейчас за души. Это вызовет меня из головы. Как уместно, потому что сегодня это Дракула. Когда я доходит до игр Дракула, большинство людей сразу вспоминают серию Кастельвания. Но я собираюсь углубиться в гробные катакомбы ада. Наш первый экспонат граф на ВИК-20. Что за хрень этот ВИК-20? Это старый компьютер, командор 1980 года. Лучший командор 64 под паутину. Ну, зацени ВИК-20. Зацени этот картридж. Это то, что вы называете игрой. Попытка засунуть настоящее. Даже хуже, чем он телевизион. Это все равно, что пытаться засунуть свой в черево. Граф консоли просто это текстовая игра. Там написано, я вижу, что меня ложки спать. Уже полдень, я проспал. Что теперь мне делать? Я напишу, вставай с кровати. Не знаю, что такое снаружи. Что мне теперь делать? Просыпайся! Уже как разбудить что-то? Я не знаю, что делать, у меня есть инструкция, что делать, у нас касается слов, которые вы можете использовать. Так, давайте попробуем подняться. Не могу сделать это. Пока. Так ты меня дразнишь. Идти. Мне тоже нужно направление. Иди направо. Не знаю, что такое право. Идти налево. Не знаю, что такое осталось. Ешь подушку. Тьфу. Так что я ел подушку, я этого не ожидал. Вставай. Я в спальне. Закрытое окно. Медная кровать. Север. Хорошо. Иди на север. Что мне теперь делать? Так, я пошел на север. Что это сделало? Иди на восток. Хорошо, что мне теперь делать? Снова на восток. Используй только одно или два слова. Ну ладно, я скажу тебе слово. Тебе. Не знаю, как что-то. Затем Дракула на интеллектуальном видении. Это здорово, что в игре так, что это то, что вы играете за Дракулу. По сути, это просто переработанная модель, которая, как вы думаете, будет улучшением. Но что это за святая мать жопы? Если у старого телевизора был простой штекер, почему у новой модели большой толстый адаптер семейного тока? Время, поверь мне. В любом случае, вы придете свою могилу и идете вокруг глаза своей кровь из людей, что довольно круто. У Дракула большой рот, как у Пакмана. Вы можете превратиться в тучу мышь и улететь, но затем гриф приходит за вами. Единственный способ убить полицию, превратить людей в зомби и отправить их после. Но чтобы управлять зомби, вы должны взять другой контроллер, одновременно управляя Дракулой. Так, это как рейдеры затеянного ковчега. Вам действительно нужен второй игрок. Вы говорите, что всегда испытываете жажду, граф Дракула. Полиция беспокоит вас, а птицы и животные недружелюбны, и у вас аллергия на солнце. Ну, мой человек, я бы сказал, что у вас есть серьезные проблемы. Кто бы сказал Дракула моим человеком? Далее у нас есть Drax's Night Out на NES. Сейчас эта игра так и не была выпущена, так что я держу в руках редкий копировальный картридж, и это единственный способ, которым его можно играть. Это было также большое продвижение для кроссовок, насосов и ривок. Вы играете за Дракула, пытающегося покинуть свой замок посреди ночи, чтобы найти, что его леди любит Мину. Есть кучка жителей деревни, которые убивают Дракула, просто прикасаясь к нему. Я не знаю, что это за чувство. Но ваш единственный метод атаки – замахивать медальоном или трясти каким-то предметом. Я действительно не знаю, что это должно быть. Но если вы используете это на кого-то, это гипнотизирует их. Это может показаться простым, но у вас не всегда есть этот предмет. Иногда это работает, а иногда нет. Я думаю, что это как-то связано с изменителем крови, но я действительно не знаю. Таким образом, вы должны щелкнуть переключателями, которые либо контролируют барьеры, либо блокировать врагов, либо активируют ловушки. Катящиеся шары, монстры, Франкенштейн, призраки, падающие люстры. Таким образом, вам нужна энергия, лотерея, чтобы использовать эти ловушки в нужное время. Когда вы оглушаете людей, вы можете высосать их кровь, и я думаю, что это вы можете превратиться в лучшую мышь, но никогда не видел, чтобы это случилось. Но ваш единственный настоящий бонус – это Reebok Pumps. Тебе действительно нужны эти туфли, потому что без них ты получишь свою задницу. Это то, что я называю Power Up. И это то, что я называю рекламой. Reebok Pumps. Вы не дерьмо без этого. Накачайте его и проверьте. В игре также есть ограничение по времени, что является настоящей болью в заднице. Если вы застряли на лестнице, вы мертвы. Вы не можете упасть или умереть, потому что эти лестницы ваш злейший враг. Блин. Фак. Хотя это меня бесит, я не могу пожаловаться, потому что эта игра так и не была выпущена. Как будто кто-то взял дерьмо и похоронил его, а кто-то решил выкопать его. Это как, чего ожидать?
Хорошо, на Game Boy Color давайте попробуем Дракула Безумный Вампир. Что это за заголовок? Мы знаем, что Дракула Вампир, и он сумасшедший. Конечно. Вот они звучат как призрак оперы. Не, я думаю, что нет. Вот она звучит как Pink Floyd. А что, сейчас слушаю Pink Floyd? В любом случае, это типичная игра в жанре экшен. Да, сказать особо нечего. В чем дело Дракулы? У него большая голова, его лицо похоже на дух. Это немного избыточно, но нет никакой карты, и поэтому я действительно не знаю, куда мне поехать. Просто ходить вокруг за тучи мышей на собак. Это действительно креативно. Хорошо, теперь давайте перейдем к обратному отчету Графа. Да, с улицы Сезам. Вы получаете возможность прыгать или бегать, что действительно странно. Если вы забьете мешок, то все, что можете взять, это просто прыгать через всю сцену. Я никогда не слышал о чем-то подобном. Паузы, если вы прямой образ, у вас будет выбор, где вы можете только бегать или прыгать. Таким образом, вы выбираете номер, и граф начинает говорить. Найди 10. Человек, это странно. Таким образом, вы можете пойти и найти тот же номер или вещи, которые складываются в этот номер. Ха-ха-ха. Итак, когда вы закончите это, вы поднимаетесь в блока, и к вам приходится бить по блокам, пока не наберутся цифры, а затем вы нажимаете на звонок. Линк. Понятно. Ха-ха-ха. Это примерно так. Почему я играю в это? Итак, это Дракула Брэма Стокера на NES. Он основан на одноименном фильме Купполы, так же как фильм основан на романе, я полагаю. Что это? Блоки с обозрительными знаками? Прямо Супер Марио Брос? Да, даже этапы вроде похожи. Через несколько секунд до первого уровня я подхожу к стене. Там некуда идти. Я пытался прыгнуть вниз, но это не сработало. Так что мне приходилось до тех пор, пока я не узнал, что ты должен делать эту вещь. Да, прыгай в воздухе и ударяй вниз. Почему я должен это делать? Музыка — это просто распорядок из жизненного хаоса. Какого чёрта с этой музыкой? Хорошо, я слышал достаточно. Я добрался до первого воплощения Дракулы. Тигр, который выходит из стены. Там не хватает времени, чтобы ударить его. Вы можете уйти с дороги или попытаться атаковать. Он просто валит в заднице. Далее, у нас есть еще одна Дракула Брэма Стокера. Эта игра была выпущена как на Super Nintendo, так и на серии Genesis. Оба версии в значительной степени одинаковы. Геймплей довольно прост. Это ваш средний платформер, вы бродите вокруг, борется со скучным множеством врагов и ищете место для выхода. Но вы не можете выйти на выход, пока не найдете странного старика, который дымит оружие, когда вы можете найти это оружие или отправиться прямо к выходу. О чем это все? Он думает об оружии, ты имеешь человек мысли? Почему он просто не даст вам оружие? Он скажет, давай теперь иди к выходу. Да даже не говорит вам эту часть. Боссы бессмысленны. Первый имеет гравитационное притяжение, которое сосет к нему. Там нет стратегии. Вы никогда не сможете подойти достаточно близко, чтобы атаковать его и одновременно избегать его. Поэтому единственное, что имеет смысл, это стоять прямо рядом с ним, просто продолжать бить его и надеяться, что он умрет раньше вас. А самый странный враг, который я заметил, это зеленое растение. Похоже, что-то не так. Когда я увидел еще одну, я понял, что это такое. Что это за дерьмо? Похоже, он подвешен в воздухе. Они были слишком ленивы, чтобы просто перевернуть его. Что я действительно ненавижу, так это эти проклятые копии. Как, черт возьми, я могу пройти через все это? Это не чертовский шаблон. Ваша единственная надежда — уклониться от первого, а затем просто пробежать через него. В большинстве игр, когда тебя бьют, ты непобедим на короткое время, но здесь у вас нет времени на восстановление. Вы просто получаете урон, пока не умрете, и это может истощить всю вашу жизнь в одном быстром комбо. Блин! Игра кончена? Это оно? В целом, это посредственная игра платформера и дешевая эксплуатация фильма Коппола. Подождите, кто это? Фред Фадж? Фред Страхет? Фред Страхет? Фред Страхет? Боже мой, Фред Страхет. Боже мой, это Фред Страхет. Фред Страхет. Я знаю, что это Фукс, но Фад Ватерс. Хорошо, еще один. Теперь действительно, это может продолжаться вечно, Дракула Брэма Стокера на компакт-диск Sega. Я уже прокомментировал эту игру в своем обзоре Sega CD, но это просто так плохо. У него впечатляющая графика для своего времени, у него есть все эти ролики, где он показывает клипы из фильма. Вот это так плохо пикселизовано, бессмысленно. Есть также этот парень с сумкой, который читает книгу. Зачем? Мне действительно удалось добраться до Дракулы, до Академии в его первой форме, и он выглядит так же смешно, как в фильме. Но самая смешная часть — это когда ты умираешь. Что это за черт? Это клип даже не из фильма, не знаю, может быть это из Билла и Теда? Игра выглядит потрясающе для своего времени, но контроль убивает ее. Это так неловко пытаться прыгнуть, как провалится дерьмо и так и затягиваться. Невозможно прыгнуться, ударить врагов, прежде чем они поразят вас. Вы просто хотели бы иметь кнут или меч или что-то. Я имею в виду не ваши голые руки. Все, что ты получаешь, это этот глупый маленький пинок, чтобы пнуть гребаных крыс. Да, вот и все. Это просто крысы или летучие мыши. Сколько грёбаных игр нужно иметь летучих мышей? Как если серьезно, я знаю, что это Дракула, но почему так многие игры имеют так многие биты? Серьезно, я, блин, ненавижу эти летучие мыши. О, мне это все надоело. Вот не солнце, победи меня.